С Колесовым, и это успешная попытка, 2 очка от него. Успел за Владом. Так, на перехвате Панахов, Шахин. Надо сказать, что сегодня прям так ярко выраженный смолбол одних и... Абдыкадыров, вторая трешка. Ну, я уже говорил не раз то, что... Да, забивает, и замена бьющего происходит у нас. Полностью новая пятерка вышла в составе стритбольной академии. Так, всех... Тимур Мамедов по четвертым номерам в составе стритбольной академии. Всех остальных, в принципе, мы и так знаем. Нет, ну, судя по всему, три все-таки бросочка у него, а не два. Скидка Денисов, Хамидуллин, Руслан со средней. Хорошо. Весь Матвей Денисов. Точная трешка от первого номера стритбольной академии. Очень хороший бросочек у этого большого. На самом деле, прям, ну... Панахов. Горковенко. Горковенко. Неплохо, неплохо. Ну и да. Статистика Панахова очень сильно упала в последнее время. Ну, сейчас обязан был забивать после скидки партнера. 2 очка с передачи Ибрагимова. Ромат, что дружат друг с другом. Тут, конечно, вряд ли мы можем в таком матче между такими командами увидеть какие-то такие злые, неспортивные эмоции. Понятно, что все будет максимально корректно. Где-то, может быть, да. Очка от Ибрагимова. Выпускайте почаще этого парня. Мне вообще непонятно, почему Ибрагимов у них часто выходит с скамейки. Мне кажется, этот парень достоин старта. Хотя, конечно, поменялись Панахов и Колесов, как будто они поменялись своими жизненными силами, потому что если один за последний месяц как будто бы, кажется, немножко сдеградировал, я не думаю, что... Хамидуллин снова не забил. Сколько же там попыток? Кстати, со 101 попытки Руслан Хамидуллин добавляет 2 очка. У вас табло с счетом не синхронизировано. В посте. Хотя, конечно, в современном баскете, когда у нас происходит полная дифференциация, полная, наоборот, интеграция и плоскость щита между каркасами. Бурачков. Бурачков разворачивается. Ну вот, работа ног у Влада хорошая. Вот Мафия сегодня достаточно ярко смотрится. Обычно он не так заметен. Больше такую ролевую функцию выполняет. Но сегодня, вы знаете, сегодня Горковенко прям, ну, как будто, знаете, уверенность в себе. Простой бросочек он исполнил. И кольцо таки засало мяч. Как будто признала за ним право сильного. Да, окей, ты заслужил, ты молодец, забиваешь. Ну а Ситник в осе просит мяч. Илья против Панахова. Да, конечно, мисс-матч, по идее, есть. Но Шахи хорошо защищался. Бурачков добавляет 2 очка. 26-25. Ну, я думаю, что все-таки парочку секунд останется у стритбольной академии. Ну, очень немного. То есть время будет только, чтобы... Нет, наверное, не будет у стритбольной академии. Ну, очень немного. То есть время будет только, чтобы... Нет, наверное, не будет времени. Все, уже 3 секунды. Только если... Все. Не успеем, как не наши статистики. Козлов, дальняя 3! Козлов! Это было не... Непонятно мне совершенно, конечно, использование Денисова в этой команде. Сегодня, по крайней мере. Хамидуллин забивает флотер. Ну, и стритбольная академия потихоньку... Панахов ускоряется, заменит его проход в правую сторону, но в данном случае все очень плотно и интересно. Сытник. Козлов с получения. Ну, Козлов сложный 3! О-хо-хо! Козлов делал. Во-первых, сейчас забил. И вот Сытник забил 2 очка с передачи Козлова, я вспомнил. Да. Да. Колесов. 2 очка в проходе от Влада. 2 очка Никита. Колесов. Колесов. Влад, отличная скидка. Ну и не имел права такой. Но мне кажется, градус повысился. Есть такое ощущение. Но вы знаете, эта дружественная игра может скоро превратиться. Что сейчас сделал? Это просто не...
Снова хорошая закидушка. Они наконец-то стали использовать пост. И Абдукадыров. Горковенко с отклонением мимо. Панахов добавляет 2 очка. Реализует Панахов один. Может и в игре доказать то, что он лучший, и словом помочь своей команде, взбодрить ее как-то морально. Панахов 2 очка добавляет по собственному промаху, но пока что Шахим просто не остановит. Просто дважды везет, что мячи не теряют. Просто дважды. Но везет тому, кто везет, как говорится. И Колесов 2 очка набирает передачу Панахова. Мне кажется, Мамедов, неплохой перевод на слабую сторону. Маркарян есть. Саня Маркарян забивает со средней. Передача. Не забивает Денисов, все-таки хорошо площадку Козлов видит. Иногда есть вопросы по исполнению передач от него. Иногда у него пасы не самые такие отличные. 3 от логотипа, Козлов нет. Не, ну это далеко было, конечно. У нас эти Панахов еще 2 очка набрал. И Свитник добавляет 2 очка. Ну вот сейчас Шахин. 1-1 против Свитника как раз. Получает заслон от Рамазана. Ибрагимова, Панахи! Шахин, Панахов с фолов. Думаешь? Так, первый есть от Сытника. Забил. Гимов на подборе. Горковенко в повязке. Играет тоже. Кстати, много очень игроков в повязке сегодня, да? Тут скорее проще найти у того, кто с чистой головой голову играет. Панаха 2 очка набирает. Ну, как говорится, кто-то, как в мире тенниса Рафаэль Надаль с его огромными банками, а кто-то вторую половину не лучшую проводит. Мне кажется, первые четверти у него явно более успешные были. Козлов с получения. Бэм! Наверное, это конечное сейчас для футболистов Каски. В прошлом туре был, сегодня не было. До этого тоже пару туров отсутствовал. Ну и в целом скамейка коротенькая у Хаски. Бакерханова нет, тут тоже игрок. Панахов. Шахин, какая хорошая дуга от него. На широк.